Добавиться. Две минуты еще. Люди спрашивают о стрельбе в аэропорту. Есть ли кто-то в Бердянске? Сейчас ждем 1500 человек в онлайне. Спрашивают, колонна ушла мимо, где она сейчас? Давай. Давайте добрый начинать. Добрый вечер, дорогие бердянцы. Делюсь последней информацией, которую располагаю по ситуации в городе. Касательно военной техники, которая была, прибывала со стороны Приморска, располагаем следующей информацией. Часть из нее пошла в сторону Мариуполя. Часть тяжелой военной техники в районе села Азовского по пересеченной местности следует к Бердянскому аэропорту. Многие пишут и спрашивают про выстрелы, которые слышатся в разных районах города. Могу сказать одно, пока ни объекты инфраструктуры, ни жилые здания, ни дома, у нас нет информации о попаданиях, либо о каких-то внештатных ситуациях. Автомобильными дорогами, основными въездами в город техника не заходила. Пока имеем только такие сигналы. Я бы хотел попросить всех еще раз сохранять спокойствие, не паниковать, не распространять недостоверную информацию. Скоро стемнеет. Хочу сказать, что мы включим освещение в городе. Жизнь в городе идет, жизнедеятельность города и основных служб поддерживается. В городе работает полиция в полном составе. Кроме того, нами сформированы дружины из активных жителей нашего города для поддержания порядка и для целью пресечения случаев мародерства или нарушения общественного порядка. Всех активных бердянцев призываем подключаться к этому движению. Контактные телефоны есть, ответственные люди тоже, следите за имеющейся информацией. Нами продолжается, все коммунальные предприятия работают в штатном режиме, предоставляют услуги. Были у нас кратковременные отключения электроэнергии. Возможно, они повторятся еще, потому что город переведен на альтернативную ветку электроснабжения. Поэтому не паникуйте, мы знаем, как действовать в данной ситуации. Наш горводоканал паротехнически готов обеспечивать подачу воды даже в случае прекращения электроснабжения. Возможно, это будет по часам, но пока мы не забегаем вперед, я считаю своим долгом вас предупредить, чтобы мы не паниковали. У нас есть план, как действовать в такой ситуации. Освещение будет включено. В случае возникновения каких-то тревог, сирен, мы отработали систему оповещения города.
она уже будет слышна во всех микрорайонах. Нами дополнительно добавлены места укрытий, оснащены. В городе стабильный запас топлива, продуктов, медикаментов. Больница работает в штатном режиме. И в исполнительном комитете оперативный штаб по поддержанию жизнедеятельности города работает в полном составе. Колл-центр, который отвечает на все ваши вопросы, работает круглосуточно и прекращать свою работу не будет. Мы находимся на месте в исполкоме, не верьте слухам, никто никуда не уехал и ехать не собирается. Бердянск — это наш город, и мы будем в нем жить. Всем удачи, береги нас Бог, давайте быть вместе, дружнее, сильнее и с вниманием друг к другу.